Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Начинаем с ивента. Сейчас мы с вами, если пройдем, получаем пиньяту, вскрываем и идем дальше на основную сюжетную линию. Так. Спасите вот этот одуванчик. Окей. Так, у нас там зомби на шариках будут. А, все, вот так вот делается. Окей, давай посмотрим, что это за одуванчик. Что он делает, я не знаю на самом деле. Что? Бомбочки выпускает? Неплохо. Так, Андурю, она вот сюда поставим, наверное. Слушай, неплохо бомбит на самом деле. Смотри, ой-ой-ой. Летающие зомби здесь у нас. Слушай, ну я думаю, что они не пролетят. Надеюсь на это. Так, куда ты собрался, эй? Парнишка. Так, здесь заморозку поставим. Давай-ка сдуем, наверное, их всех. Опа. Вот так вот все это делается. Слушай, а что они... у них... Так, тихо-тихо. У них заканчивается, оказывается, да? Ихние бомбочки. Ё-простые. Так, друзья мои, что-то как-то... Под вопросом, под большим очень вопросом. Ну-ка, если так... Давай-давай-давай, бомбите бомбочки свои, пожалуйста, мне. Никто не должен здесь пройти. Я уже не знаю, куда эти капельки. Так, сдуваем. Фух, повезло пока. Ребята, здесь уже нет защиты, смотрите. Здесь все очень печально. Так, Дуриана, ставим с тобой. Вот таким вот образом. Плюс я поставлю сюда заморозку. Капельку, наверное, сюда влепим. Так, что, сдуваем. Опять же надо сдувать. Осталось совсем немножко. Практически уже прошли, друзья. Уже прошли, потому что вы видите, шкала наверху заполнилась. Так, этого заморозим. И поставим сюда еще один одуванчик. Ну? Слушай, ну в принципе, одуванчик очень даже неплох. Если, ну, прикинуть, что он у меня будет. Я... Ох ты, если мы дуем на одуванчики, а он сдувает с них все бомбочки. Прикольно. Ну что, давай попробуем. Так, нам достается орех самый начальный, арахис и 3000 голды. Ну что, неплохо, я считаю, неплохо. И мы с вами... Так, пиньяточку вскрываем. Да, 4000 голды. Ну, ладно, бог с ним. А мы с вами продолжаем сюжетку. Мы остановились на 18-й миссии. Не знаю, попробуем сегодня, наверное, дойти до 22-й, может быть, до 24-й. Тут как получится, друзья мои. Так, ну-ка, покажите мне. Так, Гаргантюа я здесь не вижу, но вот эти вот с микрофонами меня, конечно, немножко раздражают. Вообще, их надо издалека бомбить, насколько я понял. Так, возьмем с тобой защитника. Тимьян, как вы сказали, да, его величать. Также вот этот мне пригодится... Воу, погоди-ка. Лаву-гуаву возьму. Хм. Ну, подсолнух это понятное дело. И кого же еще? Бонгчой? Нет, по идее нам нужен кто-то дальний. Дальней атакой это, наверное, будет либо Лазербин, может быть, гипногрипп взять. Под ультой он становится Гаргантюа, да, мы знаем. Нет, все-таки, наверное, магнит. Поехали. Ох, чувствую, жарко будет. Кстати, чеснок нам здесь дали в обязательном порядке. Насколько я помню, ребят, если мы его ставим, он просто смещает противника на другую линию. По крайней мере, это было в первой части. Здесь не знаю, что он будет делать. Надо будет протестить, проверить. Так, ну давай вот глянем сейчас в данный момент. Вот я его сюда ставлю. Что он будет делать? Эй, чеснок. Ну да, да, так и происходит, ребята. Он его просто отталкивает на другую сторону. На другую линию, точнее. Хе-хе-хей, далеко забрался этот парень. Далеко ли ты собрался? Давай сюда поставим чеснок. Нам нужно с тобой два ряда выставить подсолнухов, пока не началась тут музыка веселая. Она, я чувствую, уже сейчас начнется. Так, 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 так. Вот эти вот ребята подходят уже. Воу-воу-воу.
Ну срочно дайте мне энергии. Блин, придется вот так вот делать. Пришлось мне потратить этот тимьян. Давай чесноки сюда поставим. И уже пойдет в бой Лава Гуава. Вот она, музыка началась, ребята. Началась танцовка, все дела, ну как обычно. Панки хой, все дела, танцы шманцы. Так, здесь, ребят, подходят противники. Лава Гуава в помощь нам. Сюда защитника ставим. Так, нам нужно выставить два ряда. Два ряда, так. Сюда поставим, наверное, еще чеснок с вами. Вот это плохо. Тут у нас идут девчули, а сзади я, ребята, понял, да? Зомби, значит, становится неуязвимый, когда находится вот этой ауре. Спасибо вам за подсказочки, за ваши. Давай-ка вот так попробуем. Хопа. И поставим свеклу. Поставим свеклу. Воу, идет, ребята, идет охламон этот. Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. А ты понял, да? Там идет чувак с микрофоном. Лаву-гуаву сюда зарядим с тобой. Блин. Не совсем хорошо, ладно. Он подходит, друзья мои, он подходит. Так, что мы можем с тобой сейчас здесь применить? А что делает чеснок? Че он сделал-то? Я не понял, не шиша, если честно. Так, еще этот мелкий рэпер там бежит. Попрыгун. Не надо здесь вот так вот все быстро и жестко делать. Так, магнит. Магнит магнитом. Эй, он не успел, друзья мои. Он не успел ничего здесь сделать. Нет. Я не могу позволить себе такого. Давай, оттолкни. Сможешь оттолкнуть его? Фух, оттолкнули, слава богу. Почему с энергией такие проблемы? Боксер, вставай. На! Окей, подбили мы их здесь. Фух. Так, тимьянчик у меня откатился. Я, наверное, его применю. Чтобы их обратно туда откинуть, поставим быстренько с тобой магнит. Да ну хорош. Так, давай вот так вот сделаем. Это, кстати, последняя волна у нас идет. Нет, вот она, последняя волна пошла только сейчас. Танцы, все дела. Так, я могу, знаешь, что сделать? Вот такую штуку. Бам-бам-бам. Все, повыбрасывали. Лаву-лаву быстренько применяем. Сюда ставим с тобой чеснок. Сюда ставим защитника заново. И боксера. Свекла-боксер. Неплохо, да, звучит? Фух, ну я могу тебе сказать, вроде бы как пройдем мы с вами этот уровень. Так, сейчас мы их поджарим здесь. Все. 18-й день мы с вами прошли. И получаем деньги. Кстати, у меня опять 20 тысяч, друзья мои. Я нас с этим поздравляю, но этого мало. Если помните, как я тратил за одну серию почти по 10 тысяч, то что такое 20 тысяч? Это копейки, сущие. Ну а у нас с вами 19-й день, и здесь уже есть Гаргантюа. Черника? Давай, радость моя, вставай здесь, будешь на стреме. Так, боксера сюда, наверное, поставим. Что она делает? Что она пляшет? Ага. Вырабатывает электрическую тучку. Ну что же, это неплохо. Долго, конечно, пляски она эти делает, но зато, смотри, сразу же поджаривает. Нет, погоди, зачем так рано-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Я еще не успел даже здесь, если честно, ничего поставить, построить. Они уже все тут прибежали. Хе-хе-хе, доплясался. Ах, ламон. Так, этот у нас идет с удобрением, да? Боксер, уничтожай его. Молодец. Так, тимьян я пока придержу, наверное. Или пора его все-таки использовать? Нет, наверное, не пора. Пока перебьемся. Блин. Что-то, ребята, здесь дела совсем плохи. Давай-ка вот так, наверное, применим. Сюда поставим с вами свеклу. Сюда чеснок влеплю. Окей. Так, чернику, я думаю, все-таки надо ставить сюда. Позади. Ну-ка. Бамс. Супер удар. Ну и куда вы прете, а? Аглоеды, куда вы прете?
Молодец, сельдерейчик, подбил. Так, этот, интересно, успеет пройти или нет? Они подходят. Я держу тимьян на готове, ребят. Все, я его применил, чтобы их откинуть обратно. Так, этого, я думаю, сельдерея надо... Ох, ё-моё. А что он делает, вот если под ультой? Ага. Тучка, которая сразу несколько раз действует. Это выгодно мне. Это мне выгодно. Опять музыка пошла. Эй, вот этих-то, вот этих-то. Давай, уничтожай, господи, своей суператакой, отлично. Не подпускаем никого. Так, тимьяна я придержу пока. Сколько же тут рок-н-ролльщиков-то этих идет, а? Так, черника, давай, иди сюда. Ох, ёпрсоте, гаргантюа пришли, друзья мои. Чего? Подожди. Это, я так не согласен. Нифига, черника, даже гаргантюа уничтожает с удара. Я этого не знал. То получается, это имбовая ягодка на самом деле. Офигеть, вот такую я хочу получить. Друзья мои, вот такую ягоду мне нужно получить, чтобы справляться со всеми гаргантюа. Ну что же, погнали с тобой на 20-й день. И тут у нас, ага, опять с микрофонами. В общем, все старые друзья наши, да? Друзья, назвать-то их так даже язык не поворачивается. Враги. Давай лаву гуава, наверное, тимьянчик я здесь возьму. Так. Не знаю, гипногрипп хотелось бы, конечно, взять, но... Давай-ка мы, наверное, с тобой возьмем орех и вот так немножко поменяем стратегию. Что-то мне кажется, что я не обойдусь без нашего защитника здесь. Так, а кого... ну, давай вот этот уберем чертополох и поставим, наверное, с вами Цитрона. Попробуем вот такой командой поиграть. Давай, подсолнух, быстрее. Наверное, уже пора двойные брать, мне кажется. Хотя они дорого стоят и... долго почему-то дают энергию. Ну. Окей, спасибо. Так, первый ряд хотя бы быстренько нам с вами установить. Тут уже идет дамочка, мы это видим. А, она ожидает растения. Поэтому ставить бесполезно, да? На передний план. Мы можем ее оттолкнуть, в принципе. Мы ее сможем оттолкнуть по первочку. Так, у нас с тобой есть... защита уже. Так, я теперь вспомнил, кого я опять не взял. Друзья мои, я забыл взять, конечно же, нашего Бонг Чой. Так, вот это вот плохо, ребят. Тут желательно их, конечно, уничтожать всех. Ну, сгори ты уже там. Стоит, как говорится, наслаждается жизнью. А здесь у нас ползет удобрение. Тимьян пока подождет своей очереди. Я поставлю, наверное, сюда магнит, на всякий случай. Сюда поставим защиту. Защитника, ребята, они уже съели моего одного внизу. Надо заменить. Пошли танцы-шманцы. Не-не-не-не-не-не-не, ребят, так дело не пойдет, давай. Бамс. Окей. Перекидывает он их, что ли? Этот танцор их перекидывает, оказывается. Идите отсюда. Так, второй ряд будем пробовать засадить. Ну-ка. Блин, почему танцор не попал под этот, под огонь, а? Я не пойму. Так, удобрение мы с тобой получили, да? Окей. Опа-на, а кто у нас там идет? Там идет, ребята, чувак с микрофоном. Его надо обязательно сразу накрыть. Ну. Вот так вот, совсем другое дело. Сколько здесь этих дамочек-то идет. Я знаю, что вы говорили, что у каждого, как говорится, бойца своя музыка, да? У каждого зомби. Опа, неплохо сейчас получилось. Сюда я поставлю защиту. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, что так много у вас? А зачем я это сделал, ребят, я не знаю. Да ну! Ты посмотри, что творят. Фух!
Не-не-не-не-не-не-не-не. Блин, мне даже поставить некого, прикинь. Мне даже здесь поставить некого. Давай, быстрее отталкивай. Он раздавил. Так, что я могу сделать? Я могу сделать вот так, наверное, и... Фух, успел, да, вроде бы? Лава Гуава, ты должна мне здесь помочь. И вот тут вот должен мне помочь. Вот так вот, всех сдули. Так, наверху-то у нас дело плохо. Блин, какого лешего толкает он? А ну-ка, выкини их отсюда. И вот этого поджарь, пожалуйста. Блин, да что ты... Ой-ой-ой, ребят. Все пошло наперекосяк. Я, конечно, могу вот так вот сделать. Зачем я сделал так? Блин, там же ехала у нас... Ай, газонокосилка там ехала. Так, ну-ка. Опа. Слушай, вот эти вот орехи, друзья мои, я уже лишний раз убеждаюсь, что лучше их не брать. Потому что их отталкивают, понимаешь? Их отталкивают, и они, соответственно, давят мои растения. Так что невыгодно перед рокерами их ставить. Вот это я уже понял. Так что надо как-то без них научиться играть. Так, спалили. И остаются вот эти вот мелкие хламоны. Два последних зомби. Давай вот так, наверное, сделаем. И вот так. И вот так. Все, им хана. Фух, ну что, 20-й день прошли, и мы с вами получаем артефакт какой-то, микрофон. А зачем нам микрофон с тобой, а? Я не знаю. Да-да, Пенни, Пенни, о, микрофон, говорит нам Дэйв. Ну, а мы с тобой переходим на 21-й день. Я, кстати, не заходил еще на свой огород. Оу, микстейп, тур, все дела. Так, 21-й день. Дай-ка я зайду на огород, посмотрю, что у меня там созрело. Ага, монетки. Хм. Чеснок. Ну, давай прикинем, что нам пригодится в нашем уровне. В принципе, чертополох может, да, пригодиться. Ну и орех возьму, так уж и быть. Хотя зачем мне орех, ребят? Орех мне не нужен. Орех будут отталкивать вот эти самые панки. Поэтому как-то без него мы, пожалуй, будем играть. Я хочу посмотреть, кого тут дадут. Ага, мы должны защитить вот эту цветочную с вами полянку. Ну, типа полянки, да? Тут гаргантю... Ох. Так, ну если я попробую, ребят, начать, например, вот с этих подсолнухов. Возьму чертополох. Так, лава-гуаву здесь возьму. Тимьян. Нашего защитника, без него никак. Нам понадобится, наверное, магнит здесь. Цитрон неплохо бы зашел, если честно. И, может быть, взять мину. А, у меня уже все забито здесь. Че, друзья, рискуем? Мне кажется, здесь без траты денег у нас не обойдется. Не, я знаю, что вы говорите, попробуй перепройти уровень, ребят, но мы тогда с вами можем так зависнуть, помните, как я прохожу? Растения против зомби, герои, как мне там приходится перепроходить, там немножко другой формат игры. Так, не позволить, видишь, вот об этом я и говорю, что очень-очень долго они дают энергию. Да какого лешего-то уже, вот так вот, сразу с лету, блин, я даже ничего не успел сделать, друзья мои. Да вы достали, панки. Блин. Ну, хотя бы это выпало. Так, музыка поменялась, соответственно, пошли другие зомби. Я в данный момент вижу это танцоры. Опа-на. Сейчас что-то будет, ребят. Нет, мы успеем все-таки здесь оттолкнуть его. Сгори. В этой луже. Так, спасибо. Спасибо, но это мне, по-моему, наверное, друзья мои, не поможет. Тимьян, вот кто мне поможет. Вот я тебе про это и говорю, что эти подсолнухи двойные, да, они вроде бы и хороши в то же время. И как же все-таки они долго дают энергию. Ну вот что ты прикажешь мне здесь сделать, а? Этот сгорит хоть? Танцор, сгори нафиг, ядрени фени.
Нифига, он не сгорает, ребята. Опа, 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 опачки. Раздавят, раздавили, не успел. Короче, бред, бред, это двойной подсолнух. Я его больше брать не буду. Не хочу. Так, повторить, конечно же. Ну что, значит, мы с тобой заменяем двойной подсолнух на обычный. Убираем этот, ставим. Так, чертополох мне уже не нужен, потому что он потратил свою способность. Может быть, мину взять. В принципе, мина неплохо было бы. Нет, возьму я, наверное, сельдерей сюда. Цитрон так дорого стоит, блин, может быть, пока. Вот. Возьмем гипногриб. И что мне получается? Видишь, у меня нету атаки ближней. У меня вот сзади может только атаковать, да? Тимьян, который телепортирует их. Магнит, который только может снимать с них защиту. Там, у панка срывать голову, да? Ведра снимать. Бунгчой, по идее, мне нужен. Давай, наверное, мы с тобой бунгчой все-таки возьмем. Мне кажется, он здесь будет как-то, ну, получше. Где он у меня? Вот он. Поехали. Бунгчой может атаковать и спереди, и сзади. Все зависит от того, куда мы его поставим. Да, надо было, наверное, мне сюда начинать выставлять наши подсолнухи. Ладно, пускай пока здесь стоят. Гипногрипп есть, если что. Да, мы прикроемся на первое с тобой время. Поставим сюда защитника. Так, магнит пока не нужен. И вот сюда я поставлю бонг-чой. Пускай стоит. Уже, вот это вот мне, конечно, раздражает. Сразу же, причем, быстро начинается вот эта вот атака. Прям моментально. Ну, я жду магнит, блин. Ну, ты будешь у него... Все, оторвал ему голову. Но тут-то у нас еще больше идет. Поэтому ждем вот этого, ребята. Лаву-гуаву, конечно же. Опа. Так, музычка поменялась. Танцоры вышли. Так, танцоры вышли. Что мы можем с тобой здесь применить против танцоров? Я не знаю, что мы тут можем применить. Только откидывать, если их. Можем откидывать. И вот тут надо, ребят, наверное, нам тимьянчик. Пришлось, ребята, использовать его. Так, защитников поставим везде. Вот тут вот. Да что ж ты будешь делать? Они отталкивают. Они их, ребята, быстренько подталкивают к моим этим. Ты понял, да? Раздавит час! Твою налево. Я не успеваю, друзья. Я не успеваю, блин. Ух, как меня это напрягает. Блин. Так, короче, смотри. У нас там идут танцоры, да? Значит, против танцоров, я думаю, орех, наверное, поможет. Проверим сейчас. Давай-ка я возьму, наверное, сейчас пару растений ультовых. То есть мы убираем. Так, это мне нужно зайти на огород вначале. Здесь есть арбуз. Вот, я возьму стебелек электрический. И возьму, наверное, заморозку. Так, сажаем сюда растения. И можно, в принципе, взять даже лазербин сюда. Потому что мне, ребята, уже надоело фейлиться. Короче, у нас с тобой три ультовых растения. Причем довольно классных. И я думаю, что мы именно ими справимся здесь. Без каких-либо проблем. Так, значит, убираем с тобой тимьян, я не знаю. Берем, короче, заморозку. Бунгчуй убираем. Берем стебелек с собой электрический. И вместо магнита... Да, вместо магнита я возьму лазербин. Хотя... Ладно, пускай будет так. Поехали. Фух. Начинаем с подсолнухов, конечно же. 21 день. Я думаю, что нам пока будет достаточно одного электрического стебелька, чтобы он первоначальных зомби этих поуничтожал нам. Как ты думаешь, хватит нам его? Я думаю, хватит.
Так, заморозку я... Да хотя, в принципе, какая разница, ребят. Можно и применить. Пока они там заморожены у нас будут стоять, мы с вами поставим еще один. Ты что делаешь, а? Так, давай стебелек электрический вызовем с молнией. Блин, неужели мне никак не выкрутится? Придется постоянно тратить. Не-не-не-не-не-не, не надо тут никаких танцев-шманцев, пожалуйста. Давай без этого. Без вот этих выпендрежей. Окей? То есть, наверное, еще применить нам ульту. Вот так сделаем. Выставляем с тобой подсолнухи. Заморозку. Там уже Гаргантюа идет, кстати. Вот здесь вот он идет. Надеюсь, он мне не уничтожит лаву-гуаву мою. А что, так долго заморожен находится? Слушай, ну да, довольно долго идет заморозка. Вот-вот-вот, в лаве там стой. Его взяли и перекинули, а? Куда ты прешь, а? Вот куда ты прешь? Кто тебя сюда свал? Нет! Отлично. Все, мы спалили Гаргантюа. В принципе, тут очень короткая была волна. Вы сами видите, что наверху уже все практически пройдено. Я даже не использовал лазербин здесь. Даже как-то немножко обидненько, что я им не воспользовался. Давай вот так сделаем. Опс. Ну вот куда ты своего этого мелкого хмыря подкинул мне, а? Вот и все, в принципе. Не такой уж и сложный уровень, когда у тебя ультовые растения есть, согласись. Ох, нам достается гриб. 150 энергии он стоит. А что, он такой крутой, что ли? Это у нас споры гриб. Так, ну что, друзья, 22-й день. Дэйв Спенни, как всегда, тут обсуждает свои дела. О, ё-моё, это еще что за... Что за танцоры? Так, нам дают испробовать спорогриб. Что? Это что такое? Не понял. Зашибись. Эй! Это что за зомби? Тихо-тихо, ребят, меня не устраивает такая политика. Ну-ка. Блин, мне кажется, мы, наверное, не сможем их здесь подбить. Тут зомби, видишь, сам, да? С ведром на голове, оказывается, вышел. Давай расстреливать. А тут что, по одному ряду? Ага, по одному ряду. Как же по одному ряду? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Чё так сложно-то? Блин, я не знал, что их надо было, ребята, вставить, конечно, вот сюда вот, на... В самый конец. Блин, придется их откинуть. А чё, эти зомби так и будут с автоматов этих игровых идти? Серьезно? Значит, вот этих нужно гавриков, да, подбивать в первую очередь? Все, я понял. Чтобы они эти автоматы не толкали. Мы их ломаем, но вот так долго они ломаются. Так, внизу и вверху идет рэпер с микрофоном. Так, секунду. Так, мы одного подбили. Окей. Второго уничтожили. А можно посмотреть, что он делает под ультой? Нет, мы это посмотрим вот сейчас на волне. Давай глянем. Пим-пим-пим. Неплохо так наяривает. Мне нравится. Наверное, надо еще применить. А ну-ка. Давай вот так сделаем. Нате, получите. Ах, ламоны несчастные. Ну вот здесь мне не нравится. Да подбейте вы этого танцующего зомби. Молодцы, красавцы. Красавцы. А здесь-то, блин. Он толкает уже две игровые эти приставки. Как тут все грустненько, если честно, ребят. Мне дают только грибы здесь. Блин, надо отталкивать. А, нет, подожди-ка. Может быть, вот так вот нам повезет, немаленечко хотя бы. Не, а, никак, друзья мои. А как тут интересно, я должен, блин,
побеждать-то их? Если тут целая орда идет. Ну-ка. Так, попробуем. Вау. Предположим, да? Вот с этими надо еще справиться здесь. Блин, целый игровой аппарат вот этот, который раздражает, если честно. И зомби эти в шлемах. Хоть они как будто и пиксельные, но на самом деле они полноценные зомби. Не такие простенькие и легкие. Ладно, это последний... А, вот я могу что сделать. Нате! Подорвал их. А тот толкает. Да, друзья мои, тот толкает игровые автоматы, давит, соответственно, наших растений. Причем зомби из этих автоматов появляются. Понимаешь? Как мне вот эти вот, да, бесят. Просто идут и толкают, и все, ребят. И мне здесь, кроме грибов, никого больше не дают. То есть я не могу поставить бонг-чой, который мог бы сзади атаковать. Ладно, пускай уничтожает мне. А я могу ее выпустить? Вот так вот. Чтобы долго не тянуть время и резину, я отправил газонокосилку сам в бой. Ну да, ребята, все-таки одну тыщенку я потратил. Ладно, ничего страшного. Зато посмотрели, что значит спорогриб здесь. Так, у нас следующий день. Я вижу опять эти чудики. То есть они, получается, где-то берут игровой автомат. Или же нет? Да, он где-то будет его брать. Значит, здесь я возьму бонг-чой. Это однозначно. Я не знаю, магнит он будет притягивать автоматы эти? Вряд ли. Вряд ли. Поэтому возьму тимьян. Возьму сюда сельдерей. Мне также понадобится, естественно, наш подсолнух любимый. И, может быть, бомбочку-то взять. Бомбочку. Цитрон. Цитрон хорош, тут ничего не поспоришь. Но этот будет давить всех, да? Тут еще плюс вот эти вот рэперы. Их желательно издалека бомбить. Лаву гуаву возьму тогда сюда. И... тю-тю-тю. А, мы... Нет, слушай, он фасольно будет сбивать, да, микрофоном крутя. А если я возьму стебелек электрический? Нет, все-таки магнит. Ребят, ну вот такая вот команда у меня. Не знаю, что получится, будем проверять. Самое главное, вот эти вот игровые автоматы уничтожать. А вот как? Наверное, надо было все-таки мне взять бомбочку. Бомбу, вишневую, да. Ладно, паниковать пока рано, еще ничего такого критичного не случилось. Проверим сейчас. Сейчас мы с тобой проверим. Попробуем вот так вот для начала. Я хочу посмотреть, сколько ему нужно выстрелов сделать, чтобы, например, уничтожить одного обычного зомби. Блин, не дали даже проверить. Не дали мне даже этого проверить. Так, этот будет сейчас, наверное, по спине им бомбить. Вот это вот что такое? А, это вот начинается, ребята, компьютерная игра, да, типа? Да, компьютерная игра, и этот чудик, он появляется. Слушай, а я могу же вот... Ну, так вот, предположим, сделать. Слушай, ну, в принципе, работает. Вот сюда я вызову банг-чой. Зачем я его вызвал туда, не знаю. Магнит хоть как-нибудь работает вообще здесь против них, нет? Ой-ой-ой, бедный банг-чой, тебя сейчас раздавят. Или не раздавят? Слушай, ну пока не раздавили, пока нам везет. Но вот здесь вот единственное, конечно, зомби подкрадываются. Применяем с тобой тимьян, отправляем их. А, этот остается на месте. Игровая вот эта вот фигня. Так, ну-ка давай, уничтожай. Блин, ни одного удобрения, ничего нету. Мне без удобрений как-то вообще... Что? Блин, разные виды музыки, разные виды зомби, а? Ну давай их бомби там по спине им. Так, бомбчу сюда. Ой. Танцульки-пульки, все дела, да? Ну, наконец-то хоть дали одно удобрение. Так, у меня есть магнит. Бедный подсолнухи сейчас едят. Идите прочь отсюда. Откинул, называется, да, друзья мои? Ну и что ты вот стоишь, я не пойму.
Даже ничего не стал делать. Тимьян у меня есть. А этот стоит, главное, никого здесь нету. Никого не бомбит, получается, да? Придется применять. Вот сюда я поставлю его. Так, надо этот... эту приставку уничтожить. Как можно быстрее. Да что ты будешь делать-то, а? Чё так быстро-то все? Ну серьезно, ребят, ну быстро очень все это дело происходит. Давай вот тут попробуем их поджарить. Всех накрыл, отлично. Я не успеваю. Элементарно не успеваю, друзья. Вот так вот мне приходится делать. Пошли, короче, траты денег. Я этого очень сильно не хотел, но, судя по всему, тут по-другому, ну, никак не справится. Ребят, ну, никак не справится. Магнит, магнит поставим сюда. Так, подожди, вот сюда надо кого-то влепить. Вон к чой, может быть. Там с фл... оу! Смотри, что происходит. Тяжеловато мне контролировать, конечно, весь этот процесс. Хоть у меня и был тимьян, я про него и забыл, ребят. Я бы мог им воспользоваться, по идее. Вот что ты куда-то вот прешь, а я вон... так, здесь вот у нас остался, да? Но его я тимьяном уже уберу отсюда, подальше. 20 тысяч было, и осталось, ты сам видишь, сколько. 16 с половиной. Тут, кроме магнитов, нам даже помочь некому. Лава-гуава только если. Как-то так. Здесь попробуем вот таким вот образом. Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. По спине там бомбит. Красавчик. Давай-ка я применю. Да не может быть такого, чтобы я здесь... блин, вот эти автоматы, это напряжная штука. Друзья мои, пишите в комментах, что может быстро разобраться вот с этими автоматами. Как их уничтожать моментально? Я не знаю, блин, из них прут зомби просто толпами. Причем разных модификаций. Могут и обычные, могут и с колпаками, могут и с ведрами на голове. То есть, вообще трэш. Ох, погнали дальше. Ну что, я думаю, на сегодня у нас будет последний бой по этой игре. Здорово. Еще и Гаргантюа там идет. Срочно бежит. Подожди секунду. Мне опять дали определенное количество... монет, да, за которые я должен успеть справиться. Хорошо, я возьму, наверное, вот это вот растение. И возьму капусту. Капусту, да? Окей, значит, всего лишь два растения. Горох стручковый и капуста. Ой, какие... как они меня раздражают. Так, у нас еще есть орех, но мне кажется, он здесь бесполезен будет. Хотя, почему бесполезен? Панки... панки есть. Лава-гуава. Так, тимьян. И... так, горох. И капуста. Плюс бонг-чой. Как думаешь, нормально будет? Не знаю. Но у нас с тобой ограничение в 2000 солнышек. Ох, в 2000 солнышек. Поехали. Как я тут должен выиграть? Фиг знает. Панки пошли, да? Погнали. Бамс. Оу. Оу, они выжили? Погоди-ка, погоди-ка. Я на это не рассчитывал, на самом деле. Так, хорошо. Погнали сюда. Мне выпало удобрение. Выпускаем еще одну капусту. Куда он вот толкает? Все подталкивает мне, а? Давай мину сюда поставим. Бамс. Кстати, я понял, ребята, что нам надо будет с вами ставить. Мина очень, точнее бомба. Вишневая бомба очень хорошо уничтожает эти игровые автоматы. Вот так-то. Немного ли я капусточек тут понатыкал, а, друзья мои?
Денежек-то все меньше и меньше становится у нас. Вторая волна. Гаргантюа здесь. Собственный персон пошел. Давай ультой бомбить. У меня есть тимьян, который... Блин, он тоже стоит. Извини меня, денег. Ну где они там? Появится, нет? Так, поехали. Да упадет он когда-нибудь или нет? В конце-то концов, блин. Ну куда ты вот сюда пришел? Тебя сюда звали, а? Охламон. Блин, он взял и уничтожил мне еще одно растение, а? Всех сдуваем отсюда. Охо-хо-хо-хо. Лава-гуава. Погнали. Так, с этим-то справится хоть, надеюсь. Да иди ты, блин, а? Пришел, явился, блин, не запалился. Музыкантишка фигов. Он просто сдувает, ребята. Точнее, не сдувает, а... уничтожает волной мои растения. Ты видишь, что происходит? Я могу только что позволить. Сдуть их? Сдул, называется, ё-моё, блин. Твою ж налево. Погнали. Сколько в тебя бомбить надо? Чудище ты огородное. Да пускай он идет. Я не буду на него тратить больше денег. Поехали. Окей. Не надо было мне, наверное... А почему я тут-то не могу выпустить? Только одну, что ли? Ладно. Ребят, все деньги опять разбазарил. Все деньги. Блин, 8 тысяч. Просто коту под хвост. Как меня вот раздражает миссии, да? Дадут тебе 2000 солнышек и защищайся как хочешь. Так, ну что, пиньята, давай посмотрим, что у тебя тут выпадет. Ну, стопа нет, это понятно. Нам дали чеснок с тобой, который я могу улучшить. И сельдерей. Все. Так, ну мы с вами остановились на 25 уровне. В принципе, здесь осталось совсем ничего. Совсем немножечко. Я думаю, наверное, в следующей серии мы с вами допройдем этот биом, если у меня хватит денег. А сейчас я хочу сходить на турнир. Тут же бесплатно мне дадут одну попытку, насколько я помню. Оу, спасибо большое. Заработал я 10 гемов. Так, у меня 64. О, скоро тут, ребята, 20 пиньят я смогу получить. О, слушай, надо драться, ребята. Так, бесплатная попытка. Поехали. Против АББ. Ну, давай, посмотрим. Посмотрим, что у нас из этого получится. 20 пиньят, ты прикинь? Ага. Так, ну что, давай начнем. Я возьму фасолину сюда. Я возьму, наверное, подожди секунду. Они все под ультой, как я смотрю, да? Тут есть... Ага, погоди, тут есть эти чудики. Поэтому нам здесь нужна будет лужайка. Шипастая, конечно же. А, тут ограничение. 5000 монет. Угу. 5000 монет. Тут и шуты, и с газетами. Ой-ой-ой-ой-ой. Возьму спорогрипп, наверное, сюда. Нашу сталью. Как думаешь, этого будет достаточно? Плюс еще орех у нас будет взрывной. Я думаю, этого будет достаточно, ребят. Поехали. А зачем я взял сюда подсолнух? Вот скажи-ка мне на милость. А, нет, ребят, все, ну хватит. Нам подсолнух нужен в любом случае, потому что мы будем получать энергию. Так, тихо. Идут у нас огромные гаргантюа. Так, давайте с тобой поставим шипы. Замедляем. Так, нам фасолина здесь понадобится. Она будет отталкивать всех назад. Что там, что там, что там, что там за музыка такая? Кто там пошел? Я пока никого не вижу, друзья мои. Нет! Орех, шел бы ты прочь, а? Так, давай-ка мы с тобой поставим, наверное, вот так вот. Блин, они всех этих мы их съели, а? Ты посмотри. Все мои подсолнухи пожевали. Да уйди ты отсюда, лезет он.
Ой, ребят, я пока отстаю, если честно. Вот это плохо. Вот это на самом деле было плохо. Сейчас сделано. Все, я вырвался вроде бы вперед. Да ну отвалите вы уже. Так, подсолнух, давай энергию. Оу, еще одна, ребята, сработала у нас. А че так много-то? Че вас так много, эй? Так, отталкивает. Блин, знаешь, что здесь не хватает? Не хватало мне. В принципе, не хватало и не хватило. Стали я, ну. Так, фасоль, давай, работай. Оттолкнула. Окей, давай теперь вот так вот. Еще один подсолнух. Что у нас там по счету? Я веду пока, да? Я пока, ребят, веду. Тут главное по очкам выиграть, и все будет хорошо. Так. Фасолина, в принципе, неплохо работает. Отталкивает врагов. Но есть, конечно, тут такие зомби, которые могут просто пролететь их. Что там, Гаргантюа? Гаргантюа. Не Гаргантюа, а там пошел. А у нас, ребят, механические машины пошли. Так, давай вот так сделаем. Бумс, оттолкнули, да? Всех к ногтю. Давай сюда поставим. Замедляшечку включим. Все. Что у нас, ребята? 134 тысячи я заработал, а он всего лишь 51. Естественно, я выигрываю. Тут перевес в мою сторону. 5 очков, 5 корон. И, ребята, получили с вами перчатку. То есть я могу еще один бой провести бесплатно. Пожалуй, мы этим с тобой и займемся. Так. Поехали, да? А мы с тобой получим еще 3 конфеты. Конфет у нас 74. Нам нужно 100 конфет набрать, чтобы приобрести растение. Так, и против Хесса. В принципе, условия не поменяются, ребята. Останутся такие же, как и были. Но все зависит от тактики. Ох, тут маги уже есть. Вот с магами это будет немножко сложновато, друзья мои. Не знаю, возьму стебелек, наверное, электрический сюда. Так, опять же, нам нужны будут с тобой... Может быть, Эндуриана взять? Вот так вот сделаем. И... Как-то, блин... Наверное, надо будет, наверное, лучше Лаву-Гуаву взять вместо такого... Вместо вот этого гриба. Вот так вот, поехали. Этих магов нужно еще быстренько растопить. Ой, что я делаю, ребят? Блин. Зачем я, блин, их пост... сразу там идут, наяривают. Давайте, давайте энергию. Так, сюда мы поставим. Таким вот образом. Лава-Гуава, сработай. Отлично. Поставим с тобой фасолины вот эти вот. Ну. Да блин, магов этого заколбасьте. Ёпрасеты, ну что вы. Этот Гаргантюа там еще псих идет. Псих Гаргантюа идет. Так, давай подсолнух сюда выставим. И Лаву-Гуаву бомбанем ей. Так, стебелечек. Давай, 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 родные мои. Так, здесь почему уже никого нету, никого не осталось. Окей. Будем подбивать этого летуната или что? Или позволить ему пройти? Мне это совсем не устраивает. Так, давай, наверное, с тобой вот так вот сделаем. Что-то уже вообще какая-то заваруха идет. Нешуточная.
Гаргантюа, иди отсюда. Так, все, пока отталкиваем, отталкиваем их. Сюда выставляем подсолнух. Сюда эндуриана влепим. Так, стебель электрический. Подожди, лава-гуава, давай. Бабах, отлично. Сюда мы поставим орех. Пускай их отталкивает. Давай, давай, фасолина, что ты там замерла-то? Зачем ты там замерла, я не понимаю. Так, все горят, все плавятся, тлеют в огне. Так, здесь надгробие стоит. Я понял. Этот опять сюда пришел, а? Почему здесь такие гаргантюа жесткие? Просто жесткие, ребят. Они еще с этими, со своими надгробиями тут все понаставили. Я даже не знаю, куда, ребят, мне кого поставить уже. Понимаешь? Элементарно. Уже тыкаю куда ни попади. Когда закончится этот уровень, эй? Он же затянулся, по-моему. Все, друзья мои, время кончилось. И я все-таки с большим перевесом, да, беру вверх. У него 126 тысяч, у нас 227. И, соответственно, получаю 5 корон и наши 3 конфетки. Фух, контини. Так, можно, конечно, получить перчатку за просмотр рекламы, да? И получить пиньяточку. Ну, я, ребят, сегодня не буду, наверное. Перенесем это уже на следующую серию. Так что всем удачи и до скорого.